весны все дремлет тут. Только елки треугольные платья, только елки треугольные платья. Мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Но я замерзнуть не боюсь. Это в городе я все пустила. Это в городе я все пустила. А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых. Включает воду Тася и начинает мыть. Давай, начинаем мыть. Руки моем. Оля, моя водичка. Давай, нормальная, нормальная водичка, давай. Парень, тублетик мыть. Тублетик. Пока все вода не дадут. Давай. Погнали, мы. Сидел, мы мыли. Это Дав. Да, да. Дав? Да. Все, что ли? Вымыла? Хорошо, открой вот так. Давай, быстрей. Закрывай. Все, голову вдыхать. Да, теперь... Все, спать. Так, теперь вытираем руки. Руки вытираем. Теперь, говорю, вытираем руки. И ложимся спать. Все, ложимся. Thank you.
Джей тебе привез какой-то подарок. Давай сходим. Давай, пойдем. Пойдем. Мази, привезешь мне дом до Байги. Пойдем, дочь, сходим. Дом до Байги, пойдем. Дом до Байги. Пойдем. Что это моими желаниями? Да. Включайте свет. Свет выключим. Свет выключим. А что же здесь такое прячется? Что ой, это? Ой, это дом до Барби! Это мой дом до Барби! Ничего себе, как Дедушка Мороз постарался! Он угадал Тасино желание! Вот это да! Смотри, там есть стульчик! Стульчик есть! Какой большой домик! Дочь, а, надо... а там есть кроватка? Не знаю, нужно посмотреть. А может, это просто большой дом, который ты сама будешь обставлять. Да, у тебя есть игрушечная мебель, и ты можешь сама туда складывать мебель. Мама, давай открывать. Давай, давай мы будем аккуратно это открывать. Это дом до Барби мой. Так. Давай открывать. Как же он у нас открывается? Называется «Одним прекрасным утром». Вот такой. Один прекрасный утром. Один прекрасный утро, да? Так, кукольный домик. Мама, а давай посмотрим, что там есть. Мама, что, смотри, там есть кроватка. Как я хотела, там есть кроватка. Дочь, я пока не знаю, что там внутри. Может быть, там и нет мебели, а ты уже потом будешь ставить свою мебель, которая у тебя. Да. Мама, там есть мебель. Давай мы посмотрим. Открывай, мама, открывай. Мы сейчас Дедушка Малыш. Встала все. Принёшь мне подарок. Папа, это Дедушка Малыш. Дедушка Малыш приехал ко мне. Гости сегодня. Да, гости. Он приезжал мимо нашего дома. И принёс Тасе такой подарок. Да. Где это? Ух ты, какой он большой. Вот это да. Тихо-тихо, мама сейчас сама будет доставать его. Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Сейчас мама достанет. Тихо-тихо-тихо, какой домик. Аккуратно. Дочь, убирай пакет. Так. Ух ты! А там все нет. Какой тут домик. Я со своей куколой. Вот он такой большой. Ничего себе. Как настоящий дом. Да. Вот такой балкон есть. Дверь. Ух ты! Да, и та сейчас будет его обставлять. Кровать поставила. Что несешь? Унитаз! Унитаз несешь? Да. А где у нас туалет? Туалет. Где туалет будет? Так. Да, вот он пусть там будет, на первом этаже, на верхнем этаже спальня. Вот, там будут. Ух ты! И с этой стороны вот так. И он должен открываться, наверное, вот здесь. А с этой стороны вот он. Видишь, как открывается, да? Открывается. А, это вот так убирается? Вот он открывается. Дочь, ты посмотри. Так и вот так можно открыть. Да. Ух ты, расставить там мебель. Вот здесь будет. Да, у Таси там теперь будет мебель, будут куклы там жить. Вот в таком доме. Скаф. Здесь шкаф у нас. Там куклы.
Давай закроем, попробуем закрыть, как он закрывается. Ну-ка. Вот такой красивый домик. Доча всю мебель поставила, нет еще? Нет, еще мама, если мы поставим. Там у нас спальня. Там это подевать еще. А здесь будет кресло стоять. А здесь будет диван. Вот мы с Тасей уже оборудовали его. Значит, здесь у нас живет такая вот принцесса в домике. Там на кровати у нас уже спит кто-то. На балкон мы поставили кресло и ведро, да, для мусора. Папа, а я здесь думаю, у нас пианино стоит, шкафы. А на втором, на первом этаже у нас тут кухня, туалет. В прихожей мы поставили вон там, вот здесь вот мы в прихожей поставили вот такой вот камин. Кресло у нас еще есть, а здесь у нас стоит телевизор с креслами вот с такими. Еще у них на улице живут птички. И птички вот такие живут на улице у них, да? Да. Да. А там на шкафе у них даже вон что есть. Стоит игрушка такая, типа вязаная, да? Обезьянки. Да? А вот у них что еще есть. Вот так вот. Что у них есть еще? Еще и вот такая еще игрушка. Да, вот такая. Это игрушка. Ты опять этот шар туда поставила? Зачем ты этот шар сюда поставила? Ты поставь лучше туда это, ванну, джакузи. Почему нет? Не буду. Почему? Красиво так будет. Ну а что он обозначает у тебя? Вот это что такое? Это даже не мебель. Это непонятно что. Это такой маленький шарик. Это такое маленькое окошко. Какое окошко это? Это понимаешь, я уже мёрз. И вот здесь вот у нас на балконе. Вот сейчас мы вам покажем, что у нас там. На балконе. Вот. Вот там еще кошечка живет, вон на колесе сидит. Вот бегемон на колесе сидит. Вот бегемот лезет на столе. На столе лезет. Да. Вот бегемон сидит в колесе, вот, да? Вот кошечка на диване лежит. Вот кошечка на диване лежит. Кошечку на диван, да, положила ты. Да? Такой вот домик у Таси.